Анна Маринет теперь ко мне очень хорошо относится. После такого подарка пойду-ка я к ней домой. Посмотрим, как она примет меня. Ну иди, дурачок, сейчас она тебе накостыляет по первое число. Что ты сказал, Плак? Я сказал, иди к Маринет, она тебя очень хорошо встретит, ведь ты сделал такой красивый подарок. Сынок, позови к нам в гости свою одноклассницу Маринет. Я как раз собирался к ней, папа. И скажи ей, что Габриэль Аграст хочет ее принять в свою компанию в качестве главного дизайнера-модельера. Тебе действительно нравится модель, которую она шьет, папа? Поэтому я ее зову, сынок. Пригласи ее к нам в гости. Хорошо, папа. Кто там? Это я, Адриан Маринет. Открой дверь, пожалуйста. Какой же он наглый! Сначала он написал мне в открытке, что он не спит ночами и ему нравится Кагами, а теперь нагло приперся сюда! Привет, Маринет! Уже не было давно, я пробиваю третье дно. Зачем ты закрыла передо мной дверь, Маринет? Ты не хочешь меня обидеть? Лучше тебе выспаться, ведь ты не спишь ночами и думаешь о Кагами. Не понял, о чем ты? Иди отсюда, ведь тут пахнет как туалет. Не понял, о чем ты, Маринет? Детка, пожалуйста, не прогоняй меня. Открой, я тебя прошу. Зачем? Ответь мне на один только вопрос. Тебе понравилась моя открытка? Хочешь узнать, как она мне понравилась? Да. Мама стерпит, Бог прости. Все парит мы молодости. Кто там? Уже не было давно. Это я, Лука. Открой мне дверь, Маринет. Я очень хочу тебя видеть. Ну, сейчас я покажу ему! Привет, Маринет! Я сочинил про тебя новую песню. Хочешь послушать? Давай погуляем вместе в парке. Я так соскучился по тебе. А я нет! А вот тебе! С удачным приземлением тебя, Лука. А ты что здесь делаешь? Я тоже вертелся на дереве, как и ты. Почему, Маринет, тебя туда зашвырнуло? Не знаю, а тебя почему? Я тоже не знаю. Но когда я подошел к ее двери и позвонил, я вдруг услышал фразу: «Хлойкин любовничек». Ты что, встречаешься с Хлоей? Она твоя девушка? Почти. Как это почти? Ну, она меня заманила в свой дом. И чем ты с ней там занимался? Ничем особенным. Она просто попросила меня сфотать. Так же, как и на фотосессии Маринет. Ага, понятно. Значит, ее подружка Аля уже ей сил настучала. Эта Аля знает про все, что творится в этом городе. У нее есть подзорная труба, с помощью которой она следит за всеми жителями этого города, кто куда ходит и с кем встречается. Кроме того, наверное, она узнала, что Хлоя выложила ваши фотографии на своем сайте. Значит, Маринет ненавидит меня из-за этого? Конечно,
Ведь Хлоя троллит ее в интернете и всегда говорит про нее одни гадости. Маринет удар, как у Леди Баг. А может, она и есть сама Леди Баг. Давай как-нибудь проверим и проследим за ней. Замет она. Девочки, глядите, Адриан и Лука идут вместе и качаются, как алкаши. Наверное, они напились. Не думала, что Лука злоупотребляет, а Адриан тем более. Хуже не было. Я пробиваю третье дно. Море нечем потрясти. Выживаю по пасти. О боже, как мне нравится Лука. О, какой красавчик. Как это раньше я его не замечала. Лайх, Лаечка, ты же сама говорила, что отобьешь Луку, Маринет ей назло. Да, но теперь он мне действительно нравится. Где же Лука? Ну почему он не приходит?